Всем привет, ребятки, с вами снова я, Вера. И сегодня я хочу слепить самого зубастика. Это такое хищное растение из игры «Растения против зомби». А что у меня получится? Давайте смотреть. Не забудь подписаться. Слепим голову, стебелек, нижние и верхние листочки, шипы, белые острые зубки, язык, зеленый жгутик для губ, а также шарики для пятнышек. А теперь соберем. Для зубастика нам нужен фиолетовый пластилин. Мы скатаем из него шарик. И теперь с помощью стека мы наметим ему рот. Такой большой-большой. Сейчас. Вот такой. И все вот это пространство нам нужно извлечь. Взять вот так вот. И лишний пластилин убрать. Сделать в шарике такое углубление в форме намеченного нами с вами ротика. Вот что у меня получилось. Вот такое вот углубление. И теперь внутрь мы поместим красный вот такой вот небольшой язычок. Вот так посерединке. Теперь возьмем зеленый жгутик и весь наш такой вот страшный рот, который еще будет зубастым, мы с вами аккуратненько украсим этим зеленым жгутиком вот такие вот у зубастика. Губки не красные, а зеленые. Это же все-таки растение. Вот. Теперь мы возьмем белые треугольнички, это зубки, и начнем их выкладывать. Их у зубастика не очень много, они расположены не так уж и близко друг к другу. Но, тем не менее, они есть. И они острые и опасные.
Ну вот такой вот гизник. Итак, жуткие страшные зубки на месте. Мы возьмем теперь такие же треугольнички, только из серого пластилина. И сделаем ему посерединке такие угрожающие шипы. Такая прическа, как у панка. Отложим головешку и займемся стебельком. Такой вот фиолетовый. Он еще будет вот так вот загнут. Такой змейкой. Внизу листочки, треугольнички чуть побольше. Мы каждый возьмем. Сделаем вот такой вот насечку посерединке и сформируем вот такие вот зубчатые разрезы по бокам. Получатся красивые листочки. Так. Так. И вот так. Соединим их. Нижние листья готовы. Также нам нужно сделать верхние листочки, тоже треугольнички, но чуть поменьше. Мы возьмем голову нашего зубастика. Нам нужно нашу голову украсить пятнышками. Вот такими вот небольшие шарики. Сплюснем пальчиками. И закрепим. Соединяем. Текс и текс. Итак, я доделала зубастика. Вот что у меня получилось. Когда пластилин подзастынет, с ним можно будет играться. А пока я его вот так расположила на баночке, ну, чтобы вам было его видно. И вот такой вот у него грозный вид. Всем пока-пока, до новых встреч!